отцом Едом и продолжаем каждую неделю Антонов. Да, почему мне понравилось скриншотиться? Плевать всем, то, что он сейчас играет в Антонов. Так, сделай немножко потише. Мне на пути делается потише. Идет мучить зомби. Немножко экрана у меня загораживается, у меня наушник висящий на компьютере. Ну ладно, он не оставил. Чего так один зомби? Не, потише. Неинтересно. Вот только один зомби. Так, берем гвозди. Я потом покажу, как из них скрафтить стрелы. На всякий случай, если я забуду, потом сейчас скажу, чтобы потом записи вспомнить. Гвозди кратится из палок и гвозди. Ой, стрел кратится из палок и гвозди. Много упорта это сейчас было. Так, для чего я сейчас взял лук, чтобы разоружить его? Расстрелить, что ли? Как это называется вообще? Только вот надо потом на видео посмотреть, куда у меня делась еще одна стрела. У меня, по-моему, было больше стрел. Бацалкой. Все уже можно выдвигаться с этой фермы. Зомби. Это мне бесит эта песня. Ну, ставьте сейчас лайк, если вы тоже бесит эта песня. Зомби. Так, я тут тоже скрываться. Просто ничего. Кстати, если вы не хотите скрываться, то я не буду. Я думал, только в море можно, а потом. Главное, я буду его отбивал, потому что не только. Здесь что? Лукарь. На всех сучках, да? Да. Ну, мало ли. А еще те, кто снимает видео, посмотрите на вам советую, если вот играете в такие игры, например, как Мотора, ну или там зомби, все равно вы попускаете, когда разговариваете, очень много полезных вещей. Поэтому те, кто снимает видео про Мотора, то лучше, ну или там поговорить в зомби игры. Лучше всего. Что здесь хотя? Лучше всего. Если что-то лутаете, то будем сейчас убивать. Что-то у тебя сейчас голосом такой странный. Все ужасно. Ой, вышло полгасно. Я сейчас не имею поэтому.
даже мне на руку. Что они здесь застряли? Сейчас потихоньку захилюсь. Зомби лаги прошли. Где справедливость? Ну, не могу сказать, что вообще пошли, но по крайней мере FPS уже не 8-11. Да, попёрло. Сейчас кто творится за задней плане, если вы это слышите. Я видел лук. Самый бум я оставил вчера здесь забор. Ну ладно. Ну подождите, я же видел лук. Что возьмем? Я же видел, там был еще лук лежал. Да, он исчез. Нет, подождите, друзья, подождите, подождите. Ничего не могу говорить, оружие это из Алладов. Да, возможно, это я слепой. Катана, по-моему, так называется. Крафтик. Давайте более захилюсь. Хотя уже даже не знаешь, чего ожидать. Прям так скажу. Ну ладно, оставлю. Я убийство зомби самый раз. Так, кость я уже смотрел, так, ну что. Предлагаю сейчас немножко отдохнуть или порубить деревья. Наверное, порубить деревья. Ну вот, никому не помешает. Они стоят. Вот подбирайте обычную палку. У вас три. Правда, вот я не малейшего понятия, как крафтиться гвозди. Узнать бы хотел. Вот, странно. Я был бы здесь не выкидывал дробаш. Все, я уже научился сегодня. Но мне свистеть просто не хочу. Так, ну это меня маскшо. Сейчас скажу. Подзащип. На втором этаже. Ну, я так сильно не отвлекаюсь на игру. Я более запоминаю, где что лежит. Да, бомжи щип. Вот походу он нам такой большой не делает. Представлю вот так лучше. Так. Всяк случай возьму. Мало ли что может случиться. Thank you.
слушателям, то есть что вы можете слышать то, что происходит на заднем плане, но не обращайте на это внимание. Вот, кто-то убежит. Так, у нас 5 палок. Так, сразу. Сразу заряжу. Ночью как бы лучше вам не выдвигаться, потому что зомби ночью плохо видно, тем более. Так, и белого повара. Наверное, коски выбрать чаще, с колдом займу. Так, ну давайте сейчас я ставлю на паузу. И мы окажемся здесь, утром. Посмотрите, как плата движется луна. И почему, кстати, она пиксельная? Извиняюсь. Да, извините, я немножко затупил. Надо было сразу выйти, потому что уже день. Я вышел, чтобы у меня я не умер с воды и с воды. Потому что воды уже все очень процент. Вот это я сейчас, наверное, делаю. Эту паузу. Не обращайте внимания. Так, куда исчезла моя машина? Ну, если я сейчас умру, то ничего страшного, а потом заберу свою.
он уже кур. Сейчас вообще я обращаю внимание на зомби. Теперь хотя бы я не умру так быстро. Сейчас подождите, дорогие друзья. Свет. Напухали, наверное, была идея идти в этот город. У меня зашкаливает радиация. Тут у нас вообще нет. Ну, не в страх.
Это, по-моему, ты, да? Не знаю. Извиняюсь за такую молчанку. Я, наверное, так отхилюсь. Все-таки неудобно с таким байкером ходить. Где прицел? Эти штуки нужны, чтобы если сломали ногу, они сразу починят ее. Наверное, как шина, что ли. Теперь нужно пойти поесть. Это правда плохое утро спалился в этот раз. Мало всего. Больше еды, конечно, чем воды. Еще из еды осталась одна шоколадка. Из воды испорченная вода. Мы пойдем опять в город. Город. Вот это спасибо. Я здесь был.
сейчас сделал. Что у нас еще больше? Блин, прям болит, даже чихать больно. Это тоже хорошо. Супер хорошо. Штаны, я думаю, можно одеть. Штаны, я думаю, можно одеть, с таким вот уже вряд ли удобно. Это я сейчас съем. У меня радиация была поменьше. Я так много установили. Все, больше не хотел. Плохо. Так, ну на этом, думаю, я закончу. Всем спасибо за просмотр. Была сегодня такая прикольная серия. Очень хардкорная. Значит, тут я вам как-нибудь покажу в детстве. Я возьму. Если вы вот так вот упали, я сейчас специально упал, хотела туплю. То вот сюда залазите и тут залазите. Да. Нет, правда, нифига себе. Что за фигня? Дробик они сюда. Так, делаю дробик.
говорят, жалко, я сделал, не нашел. Вот он нормально шел. Ну что, переходить не буду, потому что он бесконечный. Так, ну, пожалуй, вот здесь я и остановлюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ВКонтакте. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем...